Костюмы в горошек, цветочные накидки и человек-самовар. 3 марта по Ярославлю пройдет масленичное шествие. Колонна будет двигаться от Первомайского бульвара по Волжской набережной до Советской площади. Жители и гости города ждут гуляния на широкую ногу. Стать участником праздника может каждый. Надо лишь подыскать подходящий костюм. Шествие будет тематическим и будет посвящено театру. Детали костюма могут быть любыми. Самые оригинальные образы будут отмечены призами. По окончанию шествия запланирован большой городской хоровод. Ожидается порядка 2000 участников. Во время шествия мы планируем такой уже новый, скажем, момент масленичных гуляний. Это такой обряд по-ярославски столбования. То есть наши делегации, наши участники шествия будут показывать в стоп-кадре какую-то картинку или из жизни городской, или из ярмарочной жизни, из жизни масленичных гуляний. Поэтому все это, конечно, будет проходить ярко, интересно в костюмах. Ну а также 10 марта мы готовим большую программу в парке юбилейном, где ярославцев будет ждать концертная программа, интерактивные блоки, различные масленичные игрища, ну и, конечно, сожжение масленичной куклы.